Здравствуйте, друзья, вечерний вопрос. Не знаю, застали ли вы такую песню «Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь». Я, конечно, не то что большой фанат какой-то, значит, Пугачевой, но я современник, как бы прекрасно помню, могу напеть. Да, часто так бывает, что по прошествии времени лучше понимаешь, как можно было сделать то или иное в жизни. Да, это правда. Как поступить? А у вас так бывает? Наверняка вы можете немало что поведать на эту тему. Задним числом-то, да? Умный. Да, ладно, сейчас поведаем. Надо сказать, друзья, что этот вопрос не дает много простора для поговорить. Потому что, как бы, нет ничего более естественного, чем знать после больше того, что ты знал до. Понимаете? Если бы можно было наоборот, значит, сначала все знать, а потом, допустим, не знать. Но это только если человек живой, так же уже не получится, правильно? Он после всегда знает больше. Так что это абсолютно естественно. Это называется опыт, это называется взросление, это называется там, я не знаю, experience, да, как у нас вот тут. Значит, ну да, конечно, вот гораздо естественнее, чтобы человек знал после больше, чем до. Значит, время не возвратишь, нельзя уйти во времени куда-то и исправить ошибки, которые ты совершил. Ну, то есть что-то можно, конечно, но так, что вот во времени вернуться, подправить, и как бы не было никогда, вот так не получается. Но может быть, и не надо. Знаете, конечно, есть в жизни человека вещи трагичные, которые он совершает, и от этого как бы происходит какой-то большой трагизм в его последующей жизни. Это можно себе представить, но если уж так далеко и глубоко не заходить, а просто вот, ну вот там, не знаю, там, вложил деньги не туда, или там не с той девушкой, или там юношей связал свою жизнь человек, и так далее, и так далее. Бывает, конечно, но все-таки, есть же опыт, понимаете? Опыт состоит не исключительно из положительного. Более того, опыт настоящий приобретается именно на неудачах. Вот что ты знаешь в жизни, если там 10 раз чего-то сделал и все 10 раз удачно? Чему ты научился-то? Ну, то есть, наверное, ты ничего такого не делал, где по-настоящему надо было что-то вот такое. Вот, где риск такой, что ты что задним числом ты знаешь больше, чем до того. Ну что это такое человек должен был делать? Поэтому он учится-то как раз, когда ошибки совершает. На ошибках учится. То есть победу можно праздновать, понимаете? Можно радоваться, можно ликовать, можно выпить, можно в хорошей компании, когда что-то такое получилось. Но учимся-то мы на ошибках, переживаем-то мы ошибки. Глубокий след в нашей памяти оставляют ошибки. Заставляют нас рыть, копать ошибки. Понимаете? Поэтому формируют нас гораздо больше ошибки, чем побед. Так я думаю. Поэтому у меня, конечно, масса всякого в жизни есть опыта такого, где хотелось бы вернуться да подправить. Но ну что же теперь делать? Понимаете, поэтому я принимаю это как данность. И, в общем-то, с этого момента не думаю об этом сильно. Но, с другой стороны, если вы скажете: Миша, а вот была бы возможность такая вот вернуться назад и всю жизнь там переписать, зная сегодня то, что вот ты уже знаешь, взять и заново всю жизнь переписать. Это будет не моя жизнь, это будет даже не знаю что. Я тогда другие какие-то ошибки совершу. Но во всяком случае, я могу сказать, что мои ошибки и вещи, которые я бы поправил, конечно, если бы вот имел возможность задним числом, это тоже я, это тоже моя жизнь. И эти ошибки мне не менее дороги, как бы фактор
становления меня, такого, как я есть сегодня, вот в данный момент, я бы не отказался. То есть от своих собственных ошибок. Я бы не сказал, знаете что, давайте переделаем, и я буду чистенький такой, задним числом. Сейчас подчищу, вот, и буду чистеньким. Не хочу так. То есть, вот какая была жизнь, такая, вот такую я принимаю, такую ценю, и за такую благодарен судьбе. Вот что такая была. Поэтому так бы я сказал. Вот, наверное, и ответ на вопрос. То есть можно там, наверное, целый том написать, но ситуация простая. Тут не то, что мы делаем какой-то нравственный выбор, знаете, или там решаем какой-то вопрос, от которого что-то зависит в этой жизни. Конечно, когда делаешь что-то, думай, но сколько бы ты ни думал вперед, всегда будет что-то, чего ты сегодня не знаешь, и на что ты не рассчитываешь, и последствия, которые хотелось бы, чтобы не было, но они будут. Это не повод, чтобы не думая делать. То есть, понимаете, да, что я говорю? То есть, те ошибки, которых можно избежать, надо стараться избежать. Но есть вещи, которые от нас не безумно зависят и так далее. Мы просто живем, это и есть жизнь. В общем, за жизнь. Счастливо!